почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Лицарева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Не знаю, представляете ли вы, дорогие слушатели, сколько должен прочитать филолог? Очень много. Но наступает момент, когда ты уже сбился со счета. Признаюсь, школьницей я фиксировала все, что прочитывала. Потом это уже было слишком, да и незачем. Так вот, однажды ты понимаешь, что катастрофически не успеваешь прочитать даже то, что хочешь. Бунтуешь внутренне, а потом стихаешь и принимаешь. Действительно, все и даже все, что хочешь, не прочитать никогда. Но ведь хочется. Помочь может книга «Тренинг» Эбби Маркс Билл «Быстрое чтение за 10 дней». Преимуществ у этой книги несколько. Во-первых, автор написал ее по заказу для Принстонского института языка. Во-вторых, Эбби Маркс Билл – консультант по корпоративному обучению эффективному чтению. В-третьих, в книге изложен эффективный, а главное – скоростной метод обучения скорочтению. Несколько минут в день, и вы увеличиваете в 2 раза скорость, а еще научитесь лучше понимать и запоминать тексты. Автор любит классифицировать то читателей, то причины медленного чтения, то сложившиеся стереотипы, и это большое достоинство книги – системность, логичность и четкость. Итак, 3 привычки, из-за которых читаешь медленнее. Привычка отвлекаться, возвращаться назад и перечитывать. И привычка проговаривать то, что читаешь. Полностью избавиться от них невозможно, но вот минимизировать их влияние можно. Так автор предлагает 10 способов меньше говорить. Например, скажите себе «ц» и приложите палец к губам. Напевайте, жуйте жвачку и совсем уже фантастическое – намажьте губы зубной пастой. Надеюсь, дорогие слушатели, что мы это сделаем не в публичном месте. Также упоминается топ-10 помех чтению. Среди них телефон, музыка, телевизор, чтение в неподходящее время суток. В книге много рекомендаций, типа «Как читать спорные газетные статьи» или «Объемные статьи» или «Статьи со специальной терминологией». Дается рекомендации относительно критического чтения. Автор настойчиво убеждает в том, что отговорки многих, дескать, нет времени на чтение, неправда. Для чтения у каждого из нас есть время, было бы желание. Оказывается, наш мозг в состоянии воспринимать 400 слов в минуту, а средняя скорость чтения – 250 слов в минуту. Медленные читатели – это 100 слов и могут при чтении даже заснуть. Интересно, что скорость чтения с монитора уменьшается у всех на треть. Дорогие слушатели, быстрое чтение за 10 дней Эбби Маркс Билл поможет нам с вами читать еще быстрее и еще больше. До новых встреч! «Дай почитать».